Ветеран труда из Саяногорска спрашивает, почему 50% льгота по оплате коммунальных услуг распространяется только на 42 квадратных метра жилья, а не на всю площадь, ведь его жена имеет такую же льготу. Специалисты социальной поддержки города Металлургов ответили, льгота действует в пределах социальной нормы площади жилья. Это 21 квадратный метр на каждого прописанного. Соответственно, на двоих будет 42 квадратных метра. Молодая мама из Черногорска просит узнать, когда отремонтируют детскую поликлинику. Пресс-секретарь администрации Черногорска Дмитрий Буреев пояснил, в этом году в детской поликлинике ремонт уже провели во внутренних помещениях. Ремонт фасада также будет сделан, но уже в следующем году. Деньги на это уже заложили. Многие абаканцы спрашивают, какая температура воздуха должна быть по нормам в квартирах. Специалист жилищной инспекции Тимур Козерский ответил, в жилой квартире минимальная температура должна быть плюс 20 градусов, в угловой комнате 22 градуса. Замеряется температура на середине комнаты на уровне метра от пола.